Доброго времени суток, уважаемые гости и подписчики моего канала. Продолжаю дальше стройку ГАЗ-Тигр пикап апокалипсиса. Ну и как бы видео снимаю, показать, что делаю, и также хочу с вами посоветоваться в некоторых вопросах. Поэтому буду очень рад, если вы будете писать свои предложения как бы в комментариях к видео. Ну, по многочисленным просьбам, как вы уже видите, сделал вот такое вот окошко. Также начал делать вот такую вот решеточку. Как бы не знаю, хватит мне фототравления, сделать ее полностью не хватит. Ну, если что, в планах одна сторона будет вот такая. А вторая сторона, наверное, буду делать... Может, с пластика Томиевского, как бы такую заржавленную бронеплиту. Ну, посмотрим. Может, хватит полосочек, и я доведу до конца это. Как бы очень плохо клеить, подгонять. Вот не знаю, как убрать остатки этого клея. Клею секундным клеем, 555-м, вот таким вот, китайским. Как бы хорошо склеивает, мне нравится. Также вот, друзья, хотел спросить. Хочу сделать дуги безопасности. Вот с таких вот прутков. Ну, как бы пачка одна, прутки у меня тут разных диаметров. Вот, буду брать самый тонкий, какой у меня имеется. Например, вот такой. И вот я не знаю, друзья, прутья делать... Как бы дуги безопасности вот так сделать, красиво изогнуть, попробовать. И одну дугу так. Или вот так дуги сделать и соединить их. Вот тоже такой вопрос стоит. Или сделать вот так, тут изогнуть. Вот, поэтому еще не придумал, как лучше сделать. Стекла буду тоже, наверное, делать, где-то решетку поставлю, а где-то как бы брони такую защиту сделаю. Также вот не знаю, как разместить мне вооружение. Ну, не вооружение, а дополнительный боекомплект запасной. Как бы планирую так, чтобы сильно тоже не нагромоздить. Немножко окошко все-таки мне это как бы было не запланировано, но все-таки надо прислушаться к вашему мнению. Как бы. Да и так, в принципе, да, с окном пикап стал намного интереснее выглядеть. Также поставлю ручки, чтобы экипаж мог держаться, если вдруг его сильно укачивает на ходу. Вот. Нашел наконец-то пилки фототравленные. Кто не знает, что это такое, это вот такие вот пилочки Томия. Как бы так вот складываются, в цанговый нож вставляются. И вот здесь такая сторона, и здесь такие вот пилочки резать, пилить пластик. Ну вот, друзья, короче, в раздумьях. Жду, может, вашей какой-то конструктивной критики, каких-то предложений. Вот, чтобы был интересней пикап. А, вот еще не знаю, что мне делать с задней, задней вот этой стенкой. Или поставить двери обрезанные, или что еще можно придумать. Но я пока не придумал. Голый пластик, как бы прямоугольник приклеить, тоже не хотелось бы. Хотелось бы какую-то выштамповку, а как ее делать, я не знаю.
Пока что я планирую, наверное, обрезать двери на уровне и ставить двери. Так что пишите, советуйте, как, что лучше. Жду ваших комментариев. Ну и буду приступать к работе, делать дальше. Спасибо, кто смотрит. Спасибо заранее тем, кто будет что-то предлагать и комментировать. Кто не подписался и кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Всех благ вам и вашим близким, друзья.